Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Сегодня с вами Бухгалтер, и сегодня мы поговорим о таком интересном канале на Ютубе, как Дмитрий Шилов. Мы узнаем, сколько данный канал зарабатывает за месяц, а также узнаем, сколько данный канал заработал за все время существования на Ютубе. У Дмитрия Шилова на канале 613 тысяч подписчиков. Дорогие подписчики, дорогие зрители, смотрите, последний ролик был загружен на канал неделю назад. Ролик набрал 157 тысяч просмотров. «Возьми меня, Шилов» называется ролик. Также вот еще, смотрите, ролик загружен был неделю назад на канал, набрал он 31 тысячу просмотров. «Шилов поможет». Чем сможет? Рома живет в машине. Вот так называется ролик, значит. Вот загружен был он неделю назад, еще раз повторюсь. Потом еще вот «Возьми меня, Шилов», Леха Пряник. 170 тысяч просмотров ролик набрал, он 2 недели назад был загружен на канал. Также вот еще ролик, 39 тысяч просмотров ролик набрал, 1 месяц назад был загружен на канал. «Из Лиссабона до Калининграда» называется ролик. «До Калининграда с приключениями за 15 часов». Вот так, о том, что происходит на канале. 61 тысяча просмотров набрал ролик, 1 месяц назад был загружен на канал. Только из-за этого надо съездить в Лиссабон. 26 тысяч просмотров ролик набрал, 1 месяц назад был загружен на канал. То есть, какой вывод можем сделать, что Дмитрий Шилов, автор канала, загружает на свой YouTube канал, получается, ну тут 2 ролика в неделю было загружено на канал, тут получается 1 ролик был загружен вообще, вот всего 3 ролика загружено было за месяц на канал. Ну давайте вот посчитаем вообще за месяц, сколько роликов выкладывает Дмитрий Шилов на свой YouTube канал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 роликов. За месяц было выложено на канал. За позапрошлый. Хорошо, не суть. Давайте, значит, перейдем и посмотрим самые популярные ролики на канале Дмитрий Шилов. Какие ролики узнаем стали популярными. А также узнаем вообще, сколько набрали просмотров. Вот смотрите, значит. 14 миллионов просмотров набрал вот он ролик. 5 лет назад был загружен на канал. Также вот еще. Вот 11 миллионов просмотров ролик набрал. 3 года назад был загружен на канал. Кстати, я даже этот данный ролик смотрел. Девчонка за iPhone облилась маслом. Вот. Долго они искали девушку там, чтобы согласилась облиться маслом машинным за iPhone. Ну все, на самом деле, розыгрыш был. Отдали ей iPhone, подарили. Все. Девушка захотела iPhone, облилась, сделала ту задачу, которую ей поставили, и получила iPhone подарок. Также вот накопил на iPhone. 5 миллионов 600 тысяч просмотров ролик набрал, 4 года назад был загружен на канал. Также вот еще горячая распаковка посылки с Танюхой. 5,5 миллионов просмотров ролик набрал, 3 года назад был загружен на канал. Также вот еще распаковка посылки с Танюхой, Майл, инбоксинг. 5 миллионов 100 тысяч просмотров ролик набрал, 3 года назад был загружен на канал. Унбоксинг. Потом жидкий азот, ВС живая рыба. 3 миллиона 700 тысяч просмотров ролик набрал, 3 года назад был загружен на канал. Потом вот еще день ВДВ, самый лучший видеообзор. 3 миллиона 700 тысяч просмотров ролик набрал, 5 лет назад был загружен на канал. Ну то есть популярных роликов достаточно много на данном канале, очень много. Давайте теперь перейдем и посмотрим вообще старые ролики. Когда же был загружен первый ролик? Итак, на канал Дмитрий Шилов. А первый ролик был загружен на канал. 7 лет назад ролик набрал 92 тысячи просмотров. Тесак ловит 300 филов. Зоофилов. О, думаю, 300 филов, что за название. Потом, вот смотрите, еще ролик 7 лет назад. Вот загружен на канал был 1 миллион 100 тысяч просмотров ролик набрал. Ну, тут на английском написано большая часть роликов. Но не суть. Давайте, ладно, хорошо. То есть, 7 лет данному каналу. Первый ролик загрузил на канал свой Дмитрий Шилов. 7 лет назад. Давайте к статистике перейдем о канале. Значит, канал был создан 31 января 2010 года. То есть сразу вам скажу, дорогие подписчики, дорогие зрители, что Дмитрий Шилов свои старые ролики скрыл. Также вот на данном канале уже 183 миллиона 575 тысяч 89 просмотров. Описание. Зайди и подпишись на наш развлекательный канал. Подними себе настроение. Вот такое краткое описание данного канала. Хорошо, давайте перейдем, значит, на другой сайт и посмотрим и узнаем теперь, сколько Дмитрий Шилов заработал за последние месяцы. Поподробнее разберем статистику данного канала.
То есть Дмитрий Шилов, загрузок 884 видео загружено на канал, подписчиков 613 тысяч, просмотров 183 миллиона 574 тысячи 415 просмотров на данном канале. Потом канал зарегистрирован в России, тип канала «Люди», и пользователь создан 1 февраля 2010 года. А здесь статистика нам говорит, что 31 января 2010 года, то есть данный сайт Social Blade зафиксировал позднее статистику на данном канале. Общая оценка канала D-, подписчиков за последние 30 дней, ну тут 1000 получается отписки, что ли, вот тут 1N непонятно, ладно, не суть. Потом видео просмотров за последние 30 дней на данном канале было 705 666 просмотров, на 143% хуже, чем позапрошлый месяц. Расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от 176 долларов до 2800 долларов в месяц. Но сразу вам скажу, дорогие подписчики, дорогие зрители, что в данный момент Дмитрий Шилов не зарабатывает, и YouTube не платит такую сумму ему. 2800 долларов ему не заплатит YouTube. Начальный заработок данного канала составляет от 176 долларов. Давайте посчитаем сразу с вами 176 долларов и переведем в рубли. Извиняюсь, 176 умножим на 72. Сейчас у нас курс доллара 1 доллар 72 рубля. Это будет 12672 рубля. Это начальный заработок данного канала. Дорогие подписчики, дорогие зрители, скажу вам сразу честно, что Дмитрий Шилов за последний месяц заработал больше, чем вот эта сумма. Мы к этой цифре с вами позже вернемся. Давайте посмотрим пока подробную статистику данного канала. То есть узнаем, сколько Дмитрий Шилов набирает подписчиков за сутки, а также просмотров. Ну да, здесь отписка была, вот 1000 человек отписалось с данного канала. То есть вот 17.02.2020 года отписалось, но вообще по частям отписывались. По 33 человека отписывается с данного канала всегда. Вот, подписок нету на данном канале. Также вот, смотрите, значит, здесь просто статистика по подписке и по отписке также не зафиксировала канал Дмитрия Шилова, ежедневную отписку. Но по 33 человека отписывается с данного канала, как я вам и сказал. По просмотрам 16 тысяч просмотров за сутки, 40, ну, вот тут минус было, получается 14 тысяч просмотров за сутки, 12 тысяч просмотров за сутки, 14 тысяч просмотров за сутки, 14 тысяч просмотров за сутки, 13 тысяч просмотров за сутки, 38 тысяч просмотров за сутки. Вот тут пики были, наверное, видео выкладывалось. 39, вот, 65 тысяч, 67 тысяч просмотров за сутки. То есть от 23 тысяч просмотров за сутки набирает данный канал, то есть автор канала Дмитрий Шилов на YouTube. Хорошо. Давайте теперь разберем вообще прогноз на будущее данного канала. Что ожидает в будущем на данном канале, какие изменения произойдут через один год полноценные, а также через 5 лет на данном канале. Итак, через, то есть полноценных 12 месяцев на данном канале будет на Дмитрий Шилов 630 643 подписчика. Сейчас в данный момент 613. По просмотрам будет 187 миллионов 887 тысяч 607. 187 миллионов, сейчас 183 миллиона. Также через 5 лет на данном канале будет 646 366 подписчиков. И по просмотрам будет 202 миллиона 388 тысяч 967 просмотров. Вот такие цифры, дорогие подписчики, дорогие зрители. На данном канале произойдут изменения. Вот через такое время. И такие изменения будут на данном канале, еще раз вам повторюсь. Так, хорошо. Давайте, значит, перейдем теперь, вернемся и перейдем теперь уже к статистике. Узнаем, сколько за все время существования на YouTube Дмитрий Шилов заработал. Итак, сколько зарабатывает Дмитрий Шилов на YouTube? На сегодня, 10 марта 2020 года, канал Дмитрий Шилов заработал 11 миллионов 14 081 рубль. Вот тут обсуждение, можете зайти свое обставить, также комментарий свой написать от себя. Вот. Потом, значит, Дмитрий Шилов зарабатывает на Ютубе 2985 рублей в день или 89 545 рублей в месяц. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 1.02.2010 года. Дорогие подписчики, дорогие зрители, скажу сразу вам, что на монетизации Дмитрий Шилов не зарабатывает вот такие деньги. Данный сайт нам говорит, что Дмитрий Шилов зарабатывает 89 545 рублей в месяц. Но на самом деле, дорогие подписчики, дорогие зрители, смотрите, я вам сказал как в начале, что начальный заработок данного канала от 176 долларов. Мы посчитали 176 долларов и умножили, получается, перевели в рубли, получили 12 672 рубля.
Но на самом деле Дмитрий Шилов, да, заработал больше, чем вот эта сумма за последний месяц, то есть за февраль. Смотрите, на данном канале было 705 666 просмотров. То есть нам надо вот эту цифру, ну давайте в долларах сразу, 176 мы умножим на 3 и получим. $528 заработал канал Дмитрий Шилов за последний месяц на своем YouTube-канале. Вот такие цифры, дорогие подписчики, дорогие зрители. Умножим это все на 72 и получим 38 016 рублей заработал канал Дмитрий Шилов за последний месяц, то есть за февраль. А также вывод можем сделать какой, что за все время существования на YouTube канал Дмитрий Шилов принес доход автору канала 11 014 083 рубля. Вот такие цифры, дорогие подписчики, дорогие зрители. Ну что я вам еще хочу сказать напоследок. Всем огромное вам спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч!